Previously on Resident Evil Revelations. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hull. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Jessica, why did you fire? Raymond? Why? Why play the part of Veltro? What do you mean? Find the truth about Terra Grigia. So this is the secret of Zenobia. Resident Evil Revelations. Эпизод 9. Нет выхода. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон. И мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations. So what the hell did you do? I didn't do anything. Don't tell me the battery's dead. Oh, this blows. The upside is this whole conspiracy's becoming clearer. We have to get back to the airport on the double. Hey, man, hold up. Nobody's home. Even the other team's packed it in. So what are we doing here? It's okay. I set up a back door. I can use any PDA to get us in. Well, why didn't you say that earlier? If my theory is correct, then the truth about Veltro is really too early to say. Are you kidding me? I don't want to jump to conclusions. I need more intel. Веселые парни. Они мне все больше нравятся. All right, let's find that computer. There's an area we haven't explored over here. My only hope is that it has a high-powered CPU. That would be tits. Да, это было бы неплохо. Эй, дверь у меня перед носом закрыл. Ты что творишь? Что ж ты делаешь-то, а? Долбанный компьютерщик. It's a POW. I knew Veltro was involved. They have been the whole time. What? Who cares? Just shoot, goddammit! Ах ты гад! О! Да уж, действительно. Просто стреляй. Плевать, кто это. No, now's not the time for conspiracy theories. Так, здесь у нас что-то есть. Ага, находочка. Прям на стуле. Патроны к пулеметику, отлично. Плюс две гранатки. Класс. Так. Тут у нас что? А, понятно. А я бы тоже не хотел отсюда уходить. О, лифт как в Dead Space 3. Опа, гранатомет, две штуки.
Беда наклевывается, дорогие друзья. Беда. И еще винтарь. Че это, я его вместо дробаша, что ли, оставил? Нет. Дайте мне его сюда. Отлично. Здесь остался пестоль. Ну, пусть будет пестоль. Да ты что творишь-то, а? Давай, верни его назад. Вот. Все. Так, и гранатометик я заменил на дробовик, ладно. Пока оставлю дробовичок. You take the gadgets like a fly to horse shit. It's just a computer. Okay, down to brass tacks. What the hell? Nothing's happening. What did you do, Quinn? It's not me. I need more power. The MB-28's a real gas guzzler. Понятно. There's gotta be a generator around here. I need it. Okay. You stay here and spend quality time with your girlfriend. Here we go. I hope this rusty piece of crap works. There's not enough power to fully charge the MB-28. Are there any other generators? Так, надо зарядить твою малышку по полной. Боже, сколько тут аптечек. Вы себе не представляете, что сейчас будет происходить. И я не представляю. Но мне очень стрёмно. Столько аптечек, два гранатомета. Боже мой. А это что? No, I gotta get through the layers of encryption on this thing first. But that should only take a few minutes with me and my baby. Пифон. Ага, вы слышите, да? О, да. Ё-моё! Чёртовы псы. Уже здесь. Ах ты гад. Ты пёс. Да что такое? Так. Так. Я, блин, пока держусь. Где автик? Давайте-ка я заменю его. Что? Так, еще псы. Ох ты, будь ты проклят. Ну что об вас? О боже ты мой! Перезаряжай, перезаряжай! Перезаряжай же! Перезаряжай, перезаряжай! Давай, давай! Ах ты гадские псы, а! О, спасибо, друг! Нет! О, камон! Спасибо. Все работает. Так. Залезу-ка я наверх. Давай, здесь где-то лестница была, вот она. Отлично. Так. Где мой винтарь? Сейчас будем. Ах ты сволочь! Да стой же ты, гад!
О боже, мне так крышка будет с этим винтарем. Да-да. Almost there. Опять невидимые? Перезаряжай же ты. Блин, мне невидимых только не хватало. Ой, пипец, а. Спрыгивай, спрыгивай. Да, блин. Боже мой. Вот дерьмо. Дерьмовое дерьмо. Так, одного невидимого прикончил. Давай, залезай, 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 залезай. Залезай. Ох, капец. О, черт, невидимый. Это совсем хреново. Так, у меня есть магнум. О, как тебе? Как тебе? Как тебе, а? Сволочь. Ну, давай, невидимка. Хорош. Давай, спрыгивай, спрыгивай. Отлично. Хо-хо-хо-хо-хо. Не с магнум уже мне этих собак убивать. Будет совсем хреново. Давайте хоть дробаш возьму. Ух ты, сволочи. Отлично. Все, гранатомет мой. Hold your horses. I'll be there in a sec. Фу, гранатомет не потребовался. Right, right. That explains it. Explains what? Who's behind Veltro? Yeah, probably. There's only one way to find out. Let's ask him ourselves. This is Forkball. O'Brien here. Huh? What the hell? O'Brien's our man? Director O'Brien. I think I put it all together. Veltro was never back in action. It was all smoke and mirrors, orchestrated by yourself. Your own little Veltro production. All to get into the head of one certain somebody. You pretty much got it. I'm glad I'm not paying you for nothing. I analyzed his log, sir, and there's something you may want to see. Then let me see it. Yes, sir. I'll send it immediately. What's going on? Connection error? Oh, we've been detected! Oh, нет. Hey! Two boys, uncovering secrets, want it dead or alive, just like a falcon and a snowman. You want to die with your machines, idiot? Dude, hold up, I'm on! Пацаны. Quinn, Keith. О, боже. Загрузка-то пошла. Пошла загрузка. Значит, с пацанами все в порядке. Они выживут. Блин, классные герои, слушайте. Мне нравятся. Эти два парня действительно неплохие ребята. Совсем неплохие. That's the virus. Лаборатория.
We need to stop the virus from getting out. I know. The control system must be in the lab. Ух ты! Крис! Так, понятно. Крис просто показал мне, как узнать, где есть лучи, а где их нет. Так, что у нас здесь? Нажали кнопочку. Понятно. Так, здесь можно пройти. А, вот здесь нельзя. Так. Нажали. Что дальше? А, я Криса, что ли, впустил? Понятно, отлично. Не хочет открываться? Чё сюда припёрся тогда? Не понял. Не желает открываться? Зашибись. Так, а, наверное, я просто все отключил. Надеюсь, что так. Да, точно, все отключил. И можно идти дальше. Да, неплохая разборочка с теми ребятками были. Была. Здесь должно быть какое-то замковое устройство. Так, это я понял. Значит, вот оно. Приложили пальчик. Так, патрончики. Еще немножечко документов. Завершение разработки нового вируса. Вирус T-Abyss содержит генетический материал вирусов Abyss and T-Virus. Сам по себе он не представляет особой угрозы, но он позволил нам заложить основы исследования морских вирусов, применимых в качестве оружия. Однако я боюсь, что однажды мое имя обретет известность из-за участия в разработке самого страшного в мире оружия. По нашим данным, если вирус в концентрированном виде выбросить на достаточно большом участке моря, он за очень короткое время заразит весь мировой океан, боже мой. Начиная с бактерий в точке заражения и вызывая цепную реакцию, которая затронет все формы жизни в море. После заражения участка моря вирусом T-Abyss, все формы жизни на этом участке подвергнутся мутациям на генетическом уровне. Тяжесть экологического воздействия на человечество прогнозировать едва ли возможно. Меня терзают сомнения, действительно ли моя работа нужна для предотвращения биотерроризма и биологических угроз. Так вот, о чем они думали, когда этим занимались. Им просто говорили, что... Ничего, ребятки, мы боремся с биотерроризмом. Нам просто нужно изучить врага, чтобы понять, как с ним бороться. А на деле все оказалось вот так. Ученых использовали, собственно, как и всегда. Материалы разработки молокоды. Разработка кодового названия молокода началась по чистой случайности. В рамках исследования морского биоорганического оружия мы инфицировали разные виды рыб вирусом T-Abyss. Один из испытуемых случайно был заражен паразитами. Гидродактилус саларис – малый наружный паразит класса моногенеи. Когда вирусом T-Abyss заражается носитель, вирус действует не только на носителя, но и на паразита. Уникальные мутации, вызванные двойным заражением, позволили нам усовершенствовать разработку биооружия в целом. Личинка молокода достигает лишь 1 см в длину. Из-за малого размера она может применяться для заражения носителя путем выделения жидкости, содержащей вирус. Паразит мутирует внутри носителя и быстро созревает. Возможно, сгенерированный... Возможно, синергетический эффект вируса T-Abyss и секрета вызывает ускорение обмена веществ в организме. Размер, которого может достигать молокода, зависит от размера носителя. И хотя необходимы клинические испытания, можно сказать, что если носителем станет кит, то молокода сможет расти бесконечно. Ё-моё. То есть то, что мы, в принципе, уже видели. Так, давайте посмотрим, что здесь. Боже мой. Ох ты, блин. Открыл нафиг ящичек. Надеюсь, тут-то будет что-то полезное. Нет, еще одна мразь.
Второй дневник агента Вельтро. 2004 год. Более 2 дней после миссии. Миссия выполнена успешно. Теперь Серая Земля – настоящий ад на Земле. Мы выпустили опаснейший вирус, чтобы террор и насилие разорвали город. ФКБ прислало солдат, но они были похожи на ягнят, столкнувшихся с львами. Мы достигли своей цели. Мир будет знать, что ад не заставит себя ждать. Он уже здесь. Мир, открой глаза и узри истину. Бернард Корти. 2004, более 5 дней после миссии. Корабль заражен. Вирус обратил моих товарищей в жутких монстров, и эти монстры превращают в монстров всех вокруг себя. Почему это происходит? Мы собирались принести ад в массы, а не навлечь ад на себя. То же самое происходит на Семирамиде. Вирусом заражены все корабли. Это не может быть совпадением. Кто-то нас все время использовал. Но кто? Никто из нас не предал бы Вильтера, это мог сделать только наш таинственный финансист. Он единственный, кого здесь нет, Норман. Нам нужно твое наставление, избавь нас от этого зла. Оставшийся текст обрывается. Неизвестный финансист. Ну понятно, что это тот бородач, но намеки уже совершенно непрозрачные и... Все уже становится ясно. Не нравится мне эти лестницы. Does it work? We need a passcode to activate the neutralizing agent. Okay, I'll sweep the lab, see what I can find. Good. Need some time to figure out these controls. Найдите пароль. Давайте поищем пароль. Так, посмотрим, какие есть улучшения. Найди на детали. Узкий один. Создать? Что значит создать? Не понял. Написано создать. А, я могу создать оружие? Да ладно. G36. Пробивает броню и имеет широкую зону поражения. М3. Стреляет несколькими пулями сразу. Это дробаш. Пробивает броню и имеет широкую зону поражения. Это АУК мой. 168 урон. Здесь 140. Понятно. Так, ну, в принципе, что-то можно взять, что-то поменять. У меня сейчас магнум одет. Так, сбалансированное оружие со средними характеристиками. Так, улучшения у меня, в принципе, все установлены. А, да, магнум, магнум, вот оно что. Скорость стрельбы, очередь. Угол рассеяния выстрелов из дробовика снижается на 4. Опа! Давайте-ка... Так, а у меня какой дробаш? У меня стреляет несколькими пулями сразу Виндхэм. Огневая мощь 192. Огневая мощь 130. Скорострельность, емкость. А, у этого емкость больше и скорострельность больше, но урон ниже. Давайте-ка я... скорострельность, наверное... Хотя, наверное, лучше оставлю Нет, уберу скорострельность. Добавлю узкий угол. Отлично. Можно сделать два выстрела подряд от одного нажатия на спусковой крючок. О. Неплохо, но я пока не буду. Это сюда ставить. Давайте я на магнум поставлю скорость стрельбы. И достаточно пока что. Жалко, что нельзя аптечки складывать. В общем, нельзя такую тему, как будто это РПГ, проворачивать. Ну, короче, как было в предыдущих частях. Will do. You can count on it. Пули нельзя создавать, да? Ничего, в общем. Ну, в общем, да, больше в игре казуаливания, так сказать. Больше упрощения всяческого. Не очень это мне, конечно, нравится все. Слишком много... А, я, кажется, понял. Слишком много экшена в игре. Очень много экшена. Так, ну давайте поищем здесь проходик. Типа... Ага. Типа вот здесь еще можно пройти. Так. Так. Угу. Сюда можно пройти.
Теперь сюда. Теперь сюда. Ага, это все-таки закрыто. Что за гадство? Ладно, сейчас попробую отключить это все. Не понял. И чего? И что поменялось? А, я изменил лабиринт. Ах ты, блин, зараза, цепанул углом. Прям вот чуть-чуть плечиком задел и все. Так. Теперь можно сюда пройти. А, ну и чего? Я хочу к этому парню. Блин. Может, получится как-то вообще отключить эту фигню? Вон у него лежит там. Что-то важное лежит. Наверное, ключ какой-то. Ох, ё. Ой, ё. Блин, не хочу я с таким БО сталкиваться. Смотрите, какой здоровый. Да блин. Вот мерзость, да? Так. На тебе, тварь. Блин, ну гадство, а? Ну вот как его убивать? Давай, 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 давай. И... На тебе. Отлично. Но он еще живой. Блин, да ему все нипочем, а? Сейчас... Ах ты сволочь! Нифига себе! Ну и как мне это... Как мне с ним бороться вообще? Фу-фу-фу-фу-фу. Давай, залезай. Еще один? Боже мой! Ё-моё! С ума сойти, а? Еще один. Будто мне одного было недостаточно. Сейчас возьмем улучшения всякие. Ну чё, уроды, давайте. Сейчас кому-нибудь влетит по харе хорошенько. Сейчас как вжарят мне еще. О. С этим звуком они начинают меня бить. Это замковое устройство. О, боже ты мой. Да что ж такое? Беги, беги, беги. Да вставай же, вставай. Фу. Ну капец, а. Ну звери. Прям никакой пощады. Ай. Давай, 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 давай. И вхарю тебе. Ну, не совсем, конечно, вхарю. А у меня кончились гранаты. Зашибись. Он еще и защищается щитом. То есть у него никаких уязвимых частей нету вот сейчас. Вообще. А, нет, есть. Если ему в пузяку стрелять. Ох ты, супер. Ё-моё, и что это за дрянь теперь искрящая? О боже ты мой. Я хочу свалить отсюда. Боже мой, чё ж делать-то теперь? Как выйти-то? Как выйти? Беги! Беги, Джилл! Беги, блин! Мрази! Будьте вы прокляты все! Ох. Так. Я очень надеюсь, что они тут так и останутся.
Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Есть. Фух. 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 Что делать? А, здесь переход. Фух. С ума сойти. Так, теперь я сменил лучи так, чтобы можно к этому парню пройти. Патроника Магнума максимум. Можно будет еще сюда вернуться, затем, чтобы прибор служит для инокуляции. Боже мой, что это? Скопирую секретный код для этого. А, понятно. Причем я в любом случае еще сюда вернусь. Ладно, пойду назад к этим сволочам. Боже мой. Эта электрическая тварь еще здесь. Хорошо, что она не видит, где я нахожусь. Давайте-ка я прикончу эту мерзость. Вот так примерно. Хорошо. А, сейчас возьму винтарь. И буду эту мразь выцеливать. Где она там? Давай, иди, иди, иди. Нравится, мразь? Так тебе. Так тебе, тварь. Все? Ху-ху-ху, я его прикончил. Прекрасно. Все, все. Свободно, помещение свободно. Теперь я возвращаюсь. Забираю мою травку, которая здесь лежала. Ах ты, блин, аккуратней. Аккуратней надо. Надо быть очень аккуратным. Можно опять влететь в какой-нибудь уголочек и... Так, все, кажется, я могу здесь пройти наконец-то. Журнал заражения королевы Зенобии. Исследователь Райан. 2004. Когда отзвучала последняя нота в трагедии, называемая паникой на Серой Земле, мы захватили корабль и приступили к выполнению задания быстро и скрытно. Город был уничтожен чертогом Солнца. Теперь это судно — единственное место распространения мутации вируса Ти-Эбис и проведения вспомогательных исследований. Это превосходная среда для проведения исследований, из нее нужно извлечь максимальную пользу. Единственная беда – организмы, зараженные вирусом Ти-Эбис, они сильно затрудняют наши исследования. Совсем скоро это место, подходящее для занятий наукой и исследованиями, будет кишеть разными тварями, нужно действовать быстро. 2005. Наше исследование вируса продвигается довольно хорошо, нам удалось разработать нужную вакцину. Наши цели достигнуты, и в этом судне больше нет необходимости, мы решили покинуть его. Несколько человек из нашей группы не дожили до этого момента, но такова цена проведения исследований. Когда мы сказали Лэнсдейлу о разработке вакцины, он проявил несвойственную ему радость. Несколько страниц вырвано, а затем коряво написано еще кое-что. Сразу после отправки данных исследований, двери помещения закрылись, а биорганическое оружие пробудилось от криогенного сна. Не понимаю, как я мог не увидеть, что не только Вельтра была пешкой во всем этом. Почти смешно, в самом деле. Теперь понимаю, что это он спланировал все эти события. Он дал террористам вирус Ти-Эбис, что привело к панике на Серой Земле. Это дало нам массу ценной информации об инфекции и в итоге привело к разработке вакцины. Так вот оно что. Благодаря своему авторитетному положению он уничтожил чертогом Солнца и вирус, и террористов, и всех дураков в том городе. Заодно исчезли и следы, которые могут вывести на нас. Но в итоге вирус вызвал беспокойство во всем мире, вследствие чего был дополнен и расширен устав ФКБ. Я поражен тем, с какой точностью Лэнсдейл спланировал все эти события. Они, несомненно, войдут в историю. Надеюсь, спрос на эту вакцину принесет оставшимся из нас хвалу и богатство по праву причитающиеся нам. Остальной текст написан неразборчиво. И у нас есть... You're not gonna believe what I just learned. Morgan Lansdale of the FBC was behind the attacks on Terra Grigia. So that's what Raymond was talking about. Seems like it.
All I have is circumstantial evidence. Nothing to nail him for it yet. Да. Что же, забиваем данные. Ввести служебный идентификационный номер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да что в вас всех, а? Неужели опять? Фу. Проверочный код у нас есть. Теперь что? Прототип вакцины введен. Отлично, теперь у меня есть вакцина. Чудесно. Ха, взяла так спокойненько и вела себе, даже не задумалась ни о чем. О боже ты мой! Кошмар! Кровище-то сколько, ё-моё. А, это вирус, это не кровь. Да, в общем-то, я и не собирался задерживаться здесь. Так, нужно проплыть поверху. И тогда... Повреждено при потопе. Зашибись. То есть мне нужно плыть здесь. Здесь где-то какой-то демон плавает, а я должен тоже здесь плыть. Jill, okay? Yeah, for now. Jill. Фух. I got the passcode. Good work. Now let's neutralize that virus. Authorization confirmed. Initiating virus neutralization program. Well done, BSAA. Your activities have been eye-opening. Morgan Lansdale. I knew O'Brien and his dog Raymond were sniffing around my business. I didn't account for your involvement, however. That was my only mistake. So it was you. You attacked Terra Grigia. Jill, look out. It looks like my mistakes are about to be ready. You are so ready to support the Queen Zenobia. I hope you don't mind me watching you die. Ох, Лэнсдейл, ты такой был предсказуемый. Хотя подсказки нам давали очень-очень долго по игре. Подсказок было просто тонны. Боже мой. Опять этот демон. Ты проклят, а? Как же я его ненавижу-то, а? Надо зайти бы ему в тыл как-то. Фиг у меня это получится. Давай, 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 опусти этот щит. Офигеть. Ну ты и зверь, а. Так, ладно, я возьму что-нибудь из автоматического оружия. Так. Что ж такое? Так, кто это был? Кто меня ударил? А, понятно. Там издалека чувак еще в меня пуляет этой дрянью. Сейчас, сначала с этой мелочью надо разобраться. Так, где-то там. Вон он, вон он. Детеныш. Ух, нифига себе, я ему в репу попал. Еще один. Блин, быстрее, 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 быстрее. Вставай, вставай, вставай. Да ё-моё, нет, вы увидели, а? Я вроде уже отошел на достаточное расстояние. Он все равно на меня накинулся. Мразь, а? О!
Так, слушайте, а если ему в башку стрелять, так он и дохнет сразу, по-моему. Боже ты мой, валить надо. Будь ты неладен, монстр. Какой же ты здоровый. Так. Где этот сволочь? Давайте, сейчас я. Чертова акула. Блин, он голову закрыл. Нифига себе. Нифига себе. Еще и чарджится. Ну, то есть ускоряется вперед. Давай, мерзкая акула. Отставь свою башку. Блин. Зверюга, а? Умная, а? Умная зверюга. Готов. Фу. Virus neutralization complete. I should have expected as much from the duo who brought down Umbrella. However, your days of playing cops and robbers are over. I do hope you understand the gravity of my making a personal appearance. I have a great weakness. I am fearful of things. Even little things, and must clean up every last imperfection. The BSAA, my dear Director O'Brien, your whole organization, you cause nothing but trouble. Surely you didn't expect me to just let you snoop around unbridled. Don't kid yourselves. Have a look. Your destiny is in my hands. What the? The Queen Zenobia. Кажется, у него есть еще и второй план. Или он еще раз решил запустить спутник на нас. Эпизод 9. Нет выхода. Закончен. Да. Ну, собственно, то, что он оказался самым главным злодеем, это довольно предсказуемо. А вот кто окажется нашим главным злодеем, вот это пока неизвестно. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся в следующей части. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.